Уже в эти выходные откроется 17-я Всемирная летняя универсиада. Спортсмены всех регионов России готовятся к предстоящему масштабному спортивному мероприятию. 7 спортсменов из Чувашии примут участие в играх в Казани. 6 из них в легкой атлетике. Екатерина Краснова будет соревноваться в спортивной борьбе. Наша съемочная группа побывала на тренировке многоборки Кристины Савицкой. Кристина Савицкая – опытная спортсменка. За ее плечами первое место чемпионата России по легкой атлетике, Олимпийские игры в Лондоне. Сейчас вместе со своим тренером спортсменка готовится показать высокий результат. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены со всего мира. 7 видов, 2 дня, соревнования, борьба. Готовность хорошая, борьба все покажет, победит сильнейший, вы же знаете. Вот. И удача, улыбнется или не улыбнется. Но тренировалась она хорошо, добросовестно, поэтому мы надеемся на самое лучшее. А как оно будет, покажет только борьба. Владимир Слушкин отмечает, что за 9 лет занятий спортом его подопечная добилась немалых высот. Одаренная, целеустремленная молодая спортсменка имеет много шансов на победу в предстоящих соревнованиях. Кристина уже победительница регионального, федерального и мирового уровня. Сама Кристина от общения с журналистами отказалась. Она уже настроена на победу и готова бороться за золото в составе сборной России. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика.